Сегодня 16 июля. Во второй половине 19 столетия в Самарском крае довольно часто случались неурожаи. Бедствие 1891 года заставило губернское земское собрание принимать срочные меры по борьбе с засухой на чрезвычайной сессии. 16 июля того года было принято следующее постановление – ходатайствовать перед правительством Российской империи об отпуске ссуды на удовлетворение озимых семенных потребностей, чтобы спасти пострадавшее от засухи население губернии. 90 лет назад, 16 июля 1933 года, состоялся первый выпуск воспитанниц Самарской учительской семинарии. Всего 23 ученицы. Все они были стипендиатами. 10 выпускниц из них были назначены учителями по Самарской губернии, преимущественно в городские приходские училища, или же в семьи с окладом не меньшим, как в 300 рублей. Остальные 13 распределены по округу и в соседней губернии. Ежегодно 16 июля во многих странах мира отмечается Международный день змеи. В народном календаре сегодня день Моки и Марка. В это время наши предки обычно собирали мак. Нередко в этот период были грозы, а если комары и мошки вились кругами, то в ближайшую неделю ждали хорошей погоды. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся 16 июля. Удачи вам в делах и всего только самого доброго!